Здравствуйте, дорогие мои гости моего канала, мои подписчики. Сегодня я делаю видео моего небольшого города. Впереди вы видите замок. Видите, как низко. Обыкновенный старинный город. Здесь они поставили памятник 1914 год по 18 год. Была Первая мировая война, и французов умерло очень много. Здесь написано «À la mémoire des enfants du canton de Thouars, mort pour la patrie». Умерли люди за свою родину. Такой чистый, аккуратный город. Бочку не выбросили, поставили для декорации. Вот такие фонари. Маленький такой ресторанчик. Обслуживают девочки молодые. Студентки, можете покушать здесь на улице, если хотите. Побежала обедать. Каждый своим домом чистит, убирает, поет. Вот прогуляемся по улице. Тишина, я выбрала обеденное время, потому что машины не гудят, нету шума, тишина и спокойствие.
Вот. Этот француз взял дыню. Вечером, наверное, будет кушать солью, с жамбонами.